народ, что хочу сказать. К нашей радости на Шерпе придумывают всякие разные новые детали, их усовершенствуют, делают более прочными, более надежными. И я сейчас везу вездеход туда, для того, чтобы нам сделали, так сказать, обновление нашего вездехода. Вот. А поскольку у нас планов громадье, мы хотим, ну, прям вот много где успеть, много чего вам показать. Еду я туда один, а Герасим Васильевич в это время монтирует видео, чтобы вот оно непрерывно выходило, его чтобы смотрели постоянно. Что-то новое, что-то интересное. Я пока двигаюсь, и если что-то будет интересное по дороге, вам обязательно покажу. Ехать мне еще дофига, ехать мне еще 550 километров. Вот. Путь не предстоит. Ночной, нелегкий. Устану, посплю. Все, народ, еду дальше, короче. Здрасте, доброй ночи вам, спецотряд отдельный батальон. Добрый. Техника у вас активного отдыха, поэтому все приходится проверять. Так, сейчас. Сейчас с ними строго, они на каждом шагу пропадают. Так, это ПСМ. На что, на нее, да? На нее, да. Это там на прицепы, на это? Да, это вот Игорь Папиго. Михаил Юрьевич. Так. И страховка. Так, страховка. Страховка вот, пожалуйста. Все, счастливого пути. Ну, счастливой службы. Вот, ребят, время 6 утра, фуры начинают просыпаться, дорога становится оживленной. До Питера, до места мне осталось 32 километра. Почти что доехал. Ура, Питер! Фу, народ, все, добрался наконец. Даже не верится. В Питере вообще просто сумасшедшее движение. В Москве так вообще просто, не знаю, там, как в деревне у бабушки. Тут вообще просто кошмар. Все, народ, сдал Шерпа, жду гостиницу и спать. Спать. Сколько можно ехать, надо спать. Вот так я обосновался. Вполне себя сейчас буду хорошо чувствовать, буду спать. Барские ложа. Не сказать прям, чтобы шикарный вид из окна, но тоже ничего. Все достаточно чисто, опрятно, уютно. Туалет, чистые полотенца, душ. Все, что надо для жизни, есть. Даже вот фен стоит. Ну вот и подошло к концу время моего прибытия. Поеду встречу Васильевича. В общем-то, пока все. Ребят, ну что, всем привет. Я только прилетел. Мишаня здесь уже давно, уже третий день. Он отвез вездеход сюда. На какие-то у нас экспериментальные замены происходят, испытательные. Потом, может быть, об этом расскажем. Я же приехал для того, чтобы завтра отправиться на вездеход «Профи». А это будет у нас приз для
номинации «Воля к победе». Это будет от компании «Огрил». И вот у нас вот такой вот приз вышел. А вот звонит Мишаня. Сейчас узнаем, что он там хочет. Да, давай, Мишаня, я тебя уже жду. Где все машины едут, я вот тут стою. Кстати, такой гриль вы можете заказать по ссылочке в описании. 7% скидочка. Грили вот такие вот. Мы часто ими пользуемся. Ну, не могу я этого не сказать, потому как это приз, ребят. Вот так вот. Компания «Огрил» не скупится на продвижение и в массы, и вездеходных движений и прочего. Так что можно только палец вверх поставить. Замечательно, Миша сам приехал. Здорово! Черт возьми, как я рад тебя видеть! Ребят, посмотрите, что у нас в машине творится. Весь вездеход. Вилы. Весь вездеход. Вилы просто. Фу, ребята, все, загрузились, влезли. Как хорошо-то в фуджике. Сейчас поедем. Сердце порваны, все нити. Из Москвы я еду в Питер. Выпить пасмурного неба, словно в грудь принять свинец. Что мне тут не говорите, но не переубедите, как в последнюю обитель взять билет в один конец. Здесь шаверма, не шаурма, съешь и так же станет дурно. У ларьков здесь пьют культурно, у палаток здесь не пьют. Есть поребрик, нет бордюра, нет гриль-куриц, есть гриль-кура. Здесь не мочатся в подъездах, здесь в парадных только. Невский град и град Петровский, гол «Зенит» ревет Петровский. Здесь не может быть футбола, если это не «Зенит». Что здесь Минин, что Пожарский, если мушкетер Боярский на трибуне в синем шарфе нервно усвоить репит. Ну что, ребят, наконец-то мы дождались. Забрали наш вездеход и едем в Малуксу, где и будет проходить вездеход «Трофи». Так, ребятки, мы приехали в Ленту. Сейчас закупимся чуть-чуть продуктами и поедем в Малуксу. Да, Мишаня? Ура! У нас будет еда. И будет Мишаня Малукс. Забыл туалетную бумагу. Ничего не забыл. Вот смотри, целый он рулон взял с собой. О, молодец. Я думал, ты не подготовился к походу. Мишаня запасливый? Да. Как трепала жизнь столько долгих лет. Жизнь, ё-моё, бьётся просто лентой. Пёстрый тяжек плетёт. То ли блин, то пальчик в косы. Жизнь, ё-моё, уползает чёрной змейкой и раздаёт то рубли, а то копейки. Так, ребята, мы заехали в город Тосно. Всем, кто нас Тосно смотрит, привет огроменный. Пламенный, горячий привет вам, ребята. Да, у вас тут дороги хорошие, между прочим. Да, очень приятно. И путепровод нам понравился. А мы в Малуксу прём. Там будет событие вездеходное. Да, на вездеход «Трофи» 2017. Супер движуха в грязюке. Будем снимать, везем приз от компании «Огриль». Ох, повезет кому-то. Ладно, да, за волю к победе будем выбирать самого... Самого пострадавшего, самого замучитого, самого побитого, но не сдавшегося. И утешим. Да, ему подарим приз. Утешительный. Это не утешительный, это почетный. Почетный? Ну, почетный утешительный. Утешительный — это за то, что ты был там, но ни хрена не получил. А за волю к победе — это серьезно. Воля к победе — это должно быть одно колесо отвалиться, а ты один фиг прешь, блин. Один фиг на горбуну тащишь его. Да, вот здесь ты прав. А утешительно это он раздадут эти лизуны, там еще что-нибудь. Вымпелы какие-нибудь. Лизуны? Да. Ну, лизуны там, липучки эти детские лизуны. У меня Гергерычем играет. Лизуны. Вот, вымпелы раздадут. Вот это будет утешительно. А у нас приз за волю к победе будет. Серьезный. Чугунный. Да, ребятки, пропустил я. Сейчас пешехода пропускаю, а так пропустил поворот. Заболтался с вами. Ох! А тело промахнулся. Да, все вот о подписчиках думаешь, и никак доехать не можешь даже. Короче, вот будет у нас офигенный приз, будет офигенное соревнование. Так что все смотрите
все увидите сами. Да, ребятки, конечно, дорога, это ребята что-то погорячились по поводу пузотерок и прочего. Мы вон тут пузом шкрябаем. У нас уже чудо болит, мы им цепляемся постоянно. Это базовый лагерь, он свет горит уже. Значит, мы не первые. Какой-то, да, значит, мы, скорее всего, не первые. А, это шмель, кстати, вездеход, ребята, будет интересный вездеход. Так, ребятки, занимаемся перегрузкой из машины. У нас полная машина барахла, вездеход полностью пустой был. Сейчас мы быстренько все перегрузим и будем ложиться спать. Тут уже стоят пару экипажей. Шмель вездеход и еще один вездеход там. Блин, Мишань, ну можно я завтра не буду полы-то мыть, а? Чего я каждый день-то их мою? Блин, парни, он меня бьет. Реально вам говорю, он меня бьет. Душманит меня, елки-палки. Уже второй день. Я вот говорил Васильевичу, незнакомый лес, незнакомые грибы, не ешь, не надо. Смотри, что происходит. Повлияйте там, скажите. Профсоюз защиты Миши, готов. Профсоюз защиты Гера скоро надо будет. Ёлки-палки. Давай, три. Меня тут всячески притесняют. Заставляют мыть полы. Да, полы дравлю. Главное, ни в карты не играл, ничего не делал, нет. Сходу я только захожу сразу в нос, мне бац, тряпку, я погнал. Давай, не приукрашивать. Вон там еще пятнышко, вон там, вон. Ну все, у меня руки уже болят. Ну ладно, на сегодня хватит. Завтра домоешь. Не бей меня больше. У меня салфетки просто кончились, можно я чуть-чуть отдохну? Ну что, ребятки, все, наконец-то мы улеглись, задумались, что же мы сегодня не сделали. Сегодня, кстати, 11 число, мы вообще самые первые здесь, ну, ребята вот еще стоят, на шмеле приехали. Мы их так не видели, они, это самое, очень устали с дороги, видать. Мы их не заметили, они нас не заметили, когда мы в лагерь заходили. Вот, что же мы не сделали? Ну, во-первых, мы хотим поблагодарить всех людей, которые принимали участие в экстренной установке экспериментальных деталей на наш вездеход. Потому что мы немножко опоздали с приездом и, в принципе, фактически уже не могли уложиться в ремонт, который был нам назначен. Мы не могли попасть сюда не 12-го, наверное, может, 13-го даже не попали. Но сотрудники завода «Шерп» пошли нам навстречу. Было организовано 3 смены, и все это работало и крутилось. Ребят, большое вам спасибо за то, что мы здесь. Вот. За то, что машина у нас ездит. И надеемся, что будет ездить долго и счастливо. Значит, завтра у нас будет тест-драйв и обзор интересного вездехода. Вы его увидите совершенно отдельно. Ну, просто мы будем завтра этим заниматься. Будут съемки, так что завтра, наверное, завтрашний день вылетит. У вас появится, наверное, здесь сразу 13 число, когда начнутся все соревнования. Хотя, может быть, завтрашний сбор, и так коротенько тоже покажем, потому что завтра приезжают все вездеходы, в основном, ну, вот участники, кто будет, все они будут собираться завтра именно. А 13 уже будут показательные какие-то выступления, прочее, то есть мини-гонки различные, и потом 2 дня будут большие гонки. Так что вот так вот. 15-го будет награждение, и мы поедем домой. Вот. А сейчас слово даю Мишаньке. Мишенька. Слово. Слушай, ну включите ты... микрофон человеку. Второй микрофон включен. Слушай, ну ты уже все сказал, Васильевич. Так прям грамотно, я прям даже заслушался. Прям вот от души. Ребят, что нам делали и меняли, я вам пока не скажу, потому что это действительно экспериментальные вещи. Просто в силу того, что мы много очень эксплуатируем вездеход, на нас иногда экспериментируют. Вот. И в связи с этим как раз вот делается очередной из экспериментов. Установлена секретная технология, о которой мы не можем пока ничего говорить. Вот. Если получится, расскажем, не получится, не расскажем. Нам про нее тоже ничего не рассказали. Да, нам про нее тоже ничего не сказали. Не сказали, куда что поставили. Вы сказали, у вас есть. Смотрите. Да.
расскажет нам свои ощущения, что поменялось. А то сейчас скажут нам, что поставили, мы сразу скажем, мы сразу поймем, что... Все, ребята, мы спать. Всем хороших... Всем хорошего дня, потому что вы нас смотрите утром. Вот. Доброе утро, просыпайтесь, а мы спать. Все, всем пока. Всем бодряка, народ. Всем бодряка. А нам спать. Мишки бодряка. Мишка, первую половину ночи ты медведя отгоняешь. Да. Ладно. Потом спим. Ладно, где моя метла? Да. Медвежегонная. Вы, кстати, видели, он меня сегодня бил. Полы заставлял мыть. Ёлы-палы, до чего я дожил? Вы там его давайте хорош хорохорить в комментариях. А то он меня скоро это самое, буду рядом с вездеходом бегать, а не ездить. Вы там научите его сейчас плохому. Он-то все всерьез воспринимает, он же душа открытая человек. Все, до свидания. Спокойной ночи, народ. Пока-пока. Итак, Мишаня наводит порядки. Поздоровайся, Мишаня. Народ. Ты еще не здоровался, здорово. Всем привет. У нас движуха утренняя сейчас. Да, у нас сегодня по ХД утренний. Все спят. Ну? Экстремалы все спят. А я вот, видите, стол смастерил. Чем я тоже не краснодеревщик, блин? Может быть. Да, он, видишь, разобранный лежал. Слушай, вот я его собрал. Вот я инженер. Я шаман. Сейчас буду зубы на нем расчесывать. Сейчас наведу порядки. Мишка, смотрите, с перепугу вчера куда-то холодильник спрятал. Да, а то мало ли вдруг-то не придется. Как-то... Ты его хоть убери, а то мало ли мы поедем сейчас как куда-нибудь, так и забудем. Не, пока помним, надо убрать. Во-во-во. Ой, что это было? Сейчас смотрите, третий позвонок у Мишки хряснет, блин. Он так назад и упадет вместе с этим холодильником. Слушай, с таким холодильником можно до Полярного полюса дойти. Доброе утро. Так, ребятки, я буду делать сейчас бутеры. Утро. Бутеры у нас будут холодные. Лень заводить этот. Так вот. Короче, вы поняли. Тот, о котором говорить нельзя. Сыр теплый, талый. Холодильники у нас не включены были. Так, ну вот, бутер я, в принципе, напилил. Чай. Ну, чай у нас холодный, мы вчера не поставили. И Мишаня. Вот как с дороги ехал 2 дня назад. Вот он этот чай и привез. 2 суток. Холодный, ребят. Это только термос Арктика может при минус 40 сутки держать. Все остальные термосы так не умеют. То ли минус 40 другой, то ли фиг его знает, что такое. То ли Арктика не та. Ну да. Все, погнали завтракать. О, ребят, посмотрите, вологодские-то масло на масло мажут. Бутерброды масло с маслом едят. Не-не-не, между 2 кусков масла хлеб, чтобы не крутнуло. Обязательно, как же. Молодцы. Вяжечки, курочка. О. А что сливочное крестьянское-то? Где вологодское-то? Нету уже вологодского масла самое... уже нету. На сегодняшний момент это самое лучшее. Все, что осталось, да? Тарновский маслозавод, Вологодская область. Да. Самое лучшее тарновское. Вологодское уже поиспортили немножко. Да? Да. Нам хватит, Миш, такого куска-то? Хватит, нет, хватит. Конечно. Походу. Дожмем, пацанов. Ребят, видите, как жарят яичницу? Один поднимает сковороду над горелкой, чтобы не сгорело. Это мы регулируем, регулируем жар таким образом. А второй яйца колет. Охлаждаем и нагреваем сковородку так, как нужно. Я тогда так же все делал, и последнее яйцо беру, убиваю, и пуху, все туда, а оно плохое. Вообще, целое блюдо. Давай, это свои, так что нормально. Ну вот, зашли к ребятам. Лагерь, который мы показывали, это вездеход Шмель.
О нем мы вам еще расскажем немножечко попозже. Вот ребята уже стоят здесь с воскресенья, отдыхают, наслаждаются природой. Ну и угощают нас чаем вот с такого настоящего самовара. И чаем со Шри-Ланки. Со Шри-Ланки. Да, свежий, только прилетел, да. Все, я вам потом расскажу, как вкусно было. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши. А цыганская дочь, с любимым ночь, по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закате дрожат паруса. Так, а что такое у нас? Так, бутылки от конденсата. О, да это же баня. Точно. Камушки. Дырка для трубы. Еще, сделано из дверей. О, сколько нужно дверей, чтобы сделать баню? Вот это бывшие карьеры. Сейчас они уже не работают. Посмотрите, как вырабатывали песок, а столбы электрические остались не тронуты, стоят на горках. Народ, вода необыкновенная просто. Прозрак сумасшедший просто. Ну что ж, ребят. Мы закончили со съемкой обзора, который вы увидите, в принципе, скоро. Достаточно. Был интересный вездеход. Мне очень понравилось все. А сейчас заедем в лагерь, посмотрим, кто же приехал, какие новые вездеходы. И пока светло, снимем вам их, покажем. Поехали. Повесили баннер «Финиш». Тут еще какой-то фон для прессы. О, какой дом большой будет. Все, тут лестница есть, все как надо. Обалдеть. Достаточно необычное место. Ни травы, ничего, только игольник. Так, а тут нас ожидают салаты. Какая-то вкусная штука. О, макароны с мясом. С олениной. С олениной? О! Сколько вы остановились сейчас? Сейчас они меня довезут. Не едет, не едет. Не едет реально. Слушай, а можно вопрос? У тебя как? Пятки не тепло? Нет, тепло им не согрелись? Тепло погрелись, да. Погрелись. Так, ребятки, мы-то все здесь еще. А больше никого здесь нету.
Не собирается народ, боится, наверное. В общем, мы сейчас по-быстрому разыграем места, все первое, второе, третье. Кому надо колеса дадим, кому надо диски к колесам. И разъедемся, наверное. Потому что что-то нету народу. Никого. Так, ребятки. Вот там пока готовят плов. Мы быстренько сделали рыбу. При жизни звали ее Нерка. Сахалина приехала в гости к нам на соревнования Вездеход Трофи 2017. И была почетным гостем на нашем столе. Встретили мы ее горячо. С перцем и солью. Еще и с хлебом сейчас будем. Очень, ребята, наши нерки пользуются спросом. О, Саша! Здорово! О, здорово! Здорово! Так, ребятки, предстартовый сбор у всех. В смысле, на камере? Ну, я даже его еще не обкатал, столько много.